В составе делегации было 6 человек. Это представители одной из крупнейших корпораций Японии. Ее сотрудники будут помогать правительству страны организовывать Олимпиаду и Паралимпиаду. Гости прогулялись по городу, а также побывали в Музее спортивной славы Сочи, посетили и олимпийские объекты. Ну а в мэрии для иностранной делегации провели презентацию курорта и рассказали о том, как Олимпийские игры повлияли на жизнь города. Это строительство дорог, спортивных сооружений, школ. Это действительно уникальный опыт, когда посредством спорта мы практически изменили жизнь к лучшему целого города. Сегодня из 60 тысяч детей школьного возраста спортом в спортивных школах занимается 38 тысяч человек. Мы очень хорошо знаем о том, насколько успешно была проведена Олимпиада в Сочи. В вашем городе осталось прекрасное наследие. Радует, что все объекты используются сейчас. Увиденное превзошло наши ожидания. Диалог между Россией и Японией будет укрепляться. Вскоре у Сочи может появиться еще один город-побратим. Идут переговоры с мэрией Нагато. Визит туда российской делегации запланирован на октябрь. Тогда же может состояться и ответный визит в Токио. Специалисты, которые организовывали спортивный праздник в Сочи, поделятся опытом, что называется, на месте.